прокачивать бойцов ваша армия. Итак, всех приветствую, дорогие подписчики, а также гости канала. Ну что ж, да, я опоздал с выпуском непосредственно ролик, потому что болею до сих пор. Но, как говорится, никуда не деться, надо выписывать, поэтому давайте я сейчас быстренько проведу розыгрыш, соответственно, выберу, кто у нас победитель. И, да, еще будет один розыгрыш еще по одной игрушке, но об этом чуть позже. Там будет аж два ключа от разработчика для подписчиков. Соответственно, там, скорее всего, один пойдет на, возможно, YouTube-канал и один на Дзен. Либо два на YouTube, я еще пока не решил. Так что, вот, чтобы не было неразберихи, поэтому я тут удаляю ненужные абсолютно комментарии. Ну, в данном случае это обсуждение, и они сейчас при розыгрыше абсолютно не нужны, иначе мы запутаемся. Так, визуально, да. Так, пожалуй, пас, соответственно, тоже удаляем. Оставляем, значит, Генцо Перус и Джек Пич. Так, и вот это тоже удаляем. Соответственно, сейчас запустим генератор. Ну и так, давайте, значит, соответственно, ну, 17 комментариев здесь нету, поэтому тут ошибка. Ну, это такие баги бывают. Вот, сразу же проверка подписки будет. Соответственно, но я еще как говорится заглянул перепроверить, действительно ли программа проверяет подписки, потому что иногда бывают глюки. Итак, у нас, соответственно, один победитель будет. Ну и давайте выберем, кто же это будет. Ну, тут оплата это такая себе. Ну и давайте посмотрим. Папа Дженко, но нет подписки, к сожалению. Дженко нету. Так, давайте я, соответственно, перейду, удостоверимся, пишем. Ну, как видите, да, вообще. А я говорил, что нужно будет открыть. Ну, и таким образом, Телкел, Генцо, Перу, Пера, или Перо, Перуа, о господи, Пура, извини, если неправильно назвал, Джекил Ченнел, соответственно, выигрывает. Потому что еще один последний остался. И да, давайте проверим его подписок, есть ли она подписка. Каналы. Сейчас мы это все вот так вот делаем, чтобы найти. Ну, как у тебя много каналов тут подписано. Так, где-то я тут... Вот. Вот есть подписка, все. Соответственно, да, мы все сделали, да, и точнее я все сделал. Да, поэтому у нас будет... Давайте я вернусь. Все. Таким образом, есть да, в игры розыгрыш произведен, и, соответственно, да, Джекил, свяжись в стиме, пожалуйста, своего вот Джекил Вич, Вин, прошу прощения. Ну, говорю, немножко, я это все списываю на болезнь, поэтому, да, мои вот эти вот, да, я когда заговариваюсь, мысли путаются, потому что действительно такое состояние очень. Уже задолбало, если честно, болеть. Не тоже, да.
Теперь другая боль. Я от одной выздоровел, а теперь на уши это дал. Поэтому да, Джекил, значит, Джекил Бин, связываешься со мной по Стиме, соответственно, да. Я проверяю, что ты это ты, и, соответственно, передаю тебе ключик. Всё. И да, будет еще один розыгрыш, так что подписывайтесь на канал, да, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить на видосы. И на сегодня все, пока-пока. Ну и не переключайтесь, мы с вами скоро увидимся. Играйте только в хорошие игры.